Корейский производитель Kia в ближайшее время представит новую модель K8. Данная версия придет на смену уходящей Kia K7 и станет самым крупным переднеприводным седаном бренда. Около месяца назад производитель раскрыл внешность новинки, а в начале текущего месяца опубликовал официальное фото интерьера седана. Теперь же в сеть загрузили видео с небольшим обзором автомобиля, в ходе которого представители компании рассказывают обо всех нюансах дизайна и некоторых фишках авто. Разработчики оснастили Kia K8 узкими головными фарами, а также безрамочной решеткой радиатора с внутренним наполнением в виде ромбов. Ходовые огни и блок задних фонарей наполнены мелкими треугольниками, которые во время свечения придают им эффект мозаики. В салоне выделяется очень крупный изогнутый экран, который включает в себя два дисплея, цифровой панели приборов и мультимедии. Также в седане предусмотрен сенсорный блок регулировок климат-контроля. В отделке салона применяется кожа и вставки из дерева. Из характеристик озвучена длина 5 метров 2 сантиметра, что на 2 сантиметра больше, чем у предшественника. Между тем, корейские СМИ уже выяснили подробности о технике. Так, на домашнем рынке Kia K8 предложат с прежним атмосферником объемом 2,5 литра, выдающим 198 лошадиных сил, и новым бензиновым V6 объемом 3,5 литра на 300 лошадей. Еще будут работающие на газе двигатель V6 объемом также 3,5 литра, но выдающим уже 240 лошадиных сил, а также гибридная версия на основе турбо-четверки объемом 1,6 литра, совокупная отдача которого составляет 230 лошадиных сил. У гибрида 6-ступенчатый автомат, остальные моторы сочетаются с 8-ступенчатой АКПП. У Kia K7 за всю историю не было полного привода, а вот для K8 будет предусмотрена версия с полным приводом. Причем ожидается, что полноприводной будет только восьмерка с V6 на 3,5 литра. В России Kia K7 не представлена, о планах привезти к нам новый седан K8 компания пока не заявляла. Как вам новый Kia K8? Рассмотрели бы данный вариант в случае выхода на наш рынок? Пишите в комментариях. А также подписывайтесь на канал, чтобы постоянно оставаться в тренде мировой автоиндустрии. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!